Всем огромный привет! Была я опять в фикс-прайсе. В общем-то, мне нужна была елочка оттуда. Ну, как обычно, оттуда с пустыми руками не уйдешь. И, естественно, что-то я еще прикупила. Шла я туда за вот этой елочкой. Да, она не очень хорошая, но я решила ее взять. Посмотрим, я вот украшу, потом вам покажу, что из нее получится. А так вот на первый взгляд кажется такой щупленькой, не очень красивой. Ну, посмотрим. Все-таки я ее купила. Решила украсить новогодний стол. Ну, если получится красиво оформить, посмотрим. Еще нашла я для себя там вот такие салфетки антискользящие. Размер у них 30 на 70. Они были разных цветов. Почему-то я решила, что эта салфетка мне нужна. Давайте сейчас разверну. Еще даже не посмотрела. Так. Блин, прям не оторвать. Вот такая красивая салфеточка в оформлении. Была, по-моему, розовенькая, еще зеленая, что ли. Ну да, по размеру узковато, конечно, всего 30. Ну, а по длине вот 70 есть, да. Видите, какой красивый узор с розочками. Вот эта сторона тоже. Мне кажется, вот постелить куда-нибудь получится интересно. Вот такую красоту я там нашла. Ну, может быть, она и раньше была, просто я не смотрела, не видела. Вот такая покупка интересненькая у меня. Еще купила я чокопай, вот уж не буду доставать. Всем известный чокопай, уже вчера съели. Также всем известный Colgate. Взяла лечебные травы, часто там беру вот эту пасту. Нравится нам. Зачем переплачивать? Хорошая паста. Еще, девчонки, у меня такая находка. Это такой заварочный чайник. По-моему, это новинка. Мне она настолько... Эта находка понравилась, что, правда, стоит вот по такой цене. Вот, кому интересны такие формы чайников, мне они интересны, мне нравятся. Вот они вот тут с сеточкой. Мне кажется, отличные чайники за свою цену. Очень стильные, хорошенькие. Цвета были, по-моему, трех цветов. Помню, зеленый и, кажется, красный. Такие темные тоже оттенки. Но мне нравится вот черный цвет. Вот такая у меня классная находка. Приглядитесь, присмотритесь. Может, у вас тоже есть. Вот. Еще я хотела купить свечки тоже. Их купила наконец-то. Вот мой выбор пал вот на эти свечки. Там, конечно, они разные есть. Но меня еще одна находка там поразила. Вот такой подсвечник я там нашла. По-моему, и других форм они там есть. Но мне вот эта форма понравилась. Стеклянная, довольно тяжелая, устойчивая. То есть, и мне кажется, для этих свечек идеально подходит. Я еще не пробовала ставить. Вот, да, по размеру, если немножко подтает, мне кажется, будет как раз. Смотрите, какая красота. Вот. Здоровская такая покупка, я считаю. Вот, очень довольна, очень рада своей находке такой. Вот, здесь 4 штуки, 50 рублей. Подсвечник, по-моему, тоже 50, если не 55, я что-то не помню, куда дело. В общем, кассовый чек. Еще я там откопала вот такой вращающийся подсвечник-карусель. Вращается от пламени свечи. Может, это и было раньше, я как-то внимания не обращала. Может быть, это просто какая-то ерунда. Понятия не имею. Но все же давайте достанем, что там внутри, посмотрим. Так. Ой, блин, а свечка где? Свечки, что ли, нет? В общем, свечки тут нет почему-то. А мне кажется, она должна быть. Так ведь? Или самим нужно туда маленькую свечку вставить. И потом уже это все дело собрать. И вот это вот должно крутиться под, в общем, под давлением огонька. Вот такая штука.
Ну, потом покажу, если смогу собрать. Такая может быть и ерунда, конечно. Взяла еще такую разделочную доску размером 27 на 37. Очень большая доска. Цвета тоже были разные. Зря я вот купила синий, думаю, там желтые были. Двусторонняя поверхность написана. Не впитывает запахи, не затупляет ножи. Пробовать еще не пробовала, но довольно-таки прочная, похоже. И удобно этой доской вот так вот согнуть и куда-то выложить там на суп какие-то нарезки. Вот. И последняя покупка. Обнаружила я там вот такие салфетки. Мне показались очень красивые. Они с разными рисунками были. Мне вот понравился такой рисунок с Новым годом. Так, тоже хочу открыть. Здесь, по-моему, их 6 штук. Так, 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 Московская область. Нет, это импортер только. В общем, Китай. Так, 6 штук. 42 на 27 сантиметров. Подставка под горячие написано. Хотела открыть. Так, если вы чуть-чуть подождете, я открою и покажу. Просто хотелось бы потрогать они. Они, в общем, очень тоненькие. Здесь целых 6 штук. Вот такие совсем тонкие. Не знаю, выдерживают ли они горячие даже. Ну, оформить стол, мне кажется, на Новый год это хорошая находка. За 6 штук. Очень красивый рисунок вот такой. Ну все, я с вами прощаюсь. Такие небольшие были у меня покупки. Пока-пока, до следующего видео.